Девочки, мальчики, друзья, всем привет огромный. С чего начать видео? Начнем с того, что мы с Настей болеем. Теперь еще и Настя заболела. Я болею до сих пор, и теперь Настя. Вчера сходила в аптеку, купила всего-всего. Не знаю, толку вообще от этого ничего нет. Мне послезавтра уже в больницу идти, как выписываться, наверное, или что? Выписываться. А? Выписываться. Выписываться? Да. Ну, выписываться. Кто деньги зарабатывает? Я знаю, что... Ну да, ну в любом случае меня выпишут, что не буду жить, меня так долго держать. Пойду на работу. Так, что я хотела? Я хотела сейчас чаек заварить. Заварила себе, теперь, о, как кашля, теперь Насте нужно. Я еще вчера заходила, ну вот в аптеку пошла, зашла в перекресток, зашла в Максидом. В перекрестке купила, смотрите, вот такие вот контейнеры, ну, баночки по цепочке, квадратные. Хочу вот сюда вот в шкафчик положить, засыпать туда. У меня там манка есть, ну знаете, вот такое всякое. Взяла такие, потому что они, я их помыла уже, они сушились. Квадратные, ну и в принципе удобно будет ставить. Я думала почему-то, что они вот так у меня поставятся. Нифига они мне так не ставятся. Ну, короче, три баночки так поставлю. Ну, только такие вот с зеленой крышкой были. Три последних взяла. И зашла в Максидом. Купила вот такие вот баночки. Вот у нас уже есть такие баночки. Вот у нас кофе стоит, сахар стоит. Ну, в этих баночках. Мне нравятся, они удобны. Вот, и купила. Ну, вот, хотела маленьких взять. Маленькая была последняя. Кстати, в Максидоме она по 100 рублей, 99 рублей. Самый дешевый вариант. Потом взяла вот такую среднюю. Среднюю взяла. Вот эту дорогая, что-то по 179, что ли, она была. Но это все со скидкой. Вот, взяла тоже одну, потому что была последняя. Ну и две вот таких вот взяла побольше. Здесь литр 100, что ли. Они 159 рублей. Тоже со скидкой. Вот такие вот. Сейчас хочу у них пересыпать. Чай. Ну, вот сюда вот чаек хочу пересыпать. Чай, там, траву, которую вот завариваю. Ну, вот эти вот. Манку пересыплю еще что-нибудь. Чтоб, ну, чтобы это, знаете, вот у нас шкафчик есть. Ой, а что, куда? Вот. Видите, здесь и манка, и сахар, и все, что хочешь. Вон там наверху. Ну, вроде не сильный бардак, но бардак есть. Хочется, чтобы все посимпатичнее было. Ну, вот такие вот, трава у нас лежит в пакете. В пакете она не должна лежать. Она хотя бы в хлопчатой бумажной ткани должна лежать. Ну, в мешочке. Я ее сюда засыпаю. Заварила еще вчера на ночь Насте не боярышник. Как его? Настя, как? Шиповник. Шиповник у нас тоже, ну, на даче шиповник растет. Насобирала чуть-чуть. Он, блин, такой колючий, кошмар. Насобирала просто, ну, на пару раз заварить. Вчера заварила. Кстати, Настя, иди попей. Слышишь? Ну, давай попей, потом поешь. Хотя я не знаю, как он перед едой, после еды, во время еды, как он пьет. Ой. Вот так. Он не сушеный, он свежий. Ну, иди вот попей хотя бы половинку. Ну, от сушеного был бы цвет потемнее, поярче. Скажем так, это просто свежий. Там еще чуть-чуть осталось на один раз, ну, на пару раз, может. Я его в морозилку положила. Ну, что? Ну, не сладко. Не сладко в детском саде. Ну, правильно, там же с сахаром, да и сушеный в детском саду шпоник-то заваривают. Так. Лепешку вчера покупала. Как она называется? Из тандыра.
узбекская, что ли? Ну, просто обычный. Дождик, он половина осталась. Вчера свежий, когда поели. Поели, поела. Я половину лепешек съела вчера. Ну, она вкусная. Тоже перекрестки. Так. Надо варить аккуратно, чтобы у меня ничего не сыпалось, не лилось, не как в прошлый раз. Снимать нечего, что дома сидим, и как бы, знаете, настроение-то. Настроение-то не очень хорошее. Новостя всякие. Хоть вообще туда не заходи, ничего не читаем. Вот еще у нас трава. Вот травка. Душица и, ну, и лимонник, получается, еще два пакета. А здесь вот все, примешку, то и все, и пятое, и десятое. Так, чоблин, надо боярышник помыть. Боярышник сюда закинуть, облепиху, все это подавить, наверное. Так, помыла я здесь, ну, сполоснула. Облепиха, малина и боярышник. Сейчас я это все помню. Конца. Так. Каша получилась, каш-малаш. Так, надо чайник еще раз кипятить, это, наверное, уже подостыл. Так, ну что, как и в прошлый раз, посыпьте сюда обычного чайку, ну, черного, немножечко. Так, вот такой солома, релакс. Будет у нас тоже немного. Что-то совсем чуть-чуть осталось, надо будет покупить. Так, ну и траву закину. Душица, лимон. И у меня еще смородина есть, она еще не высушилась. Есть смородина. Надо еще такую штучку добавить. Так, ну вот это вот наша. Пюрешку нашу. Шиповника я не стала сюда добавлять, шиповник уже в термос есть. Хватит, наверное. Так, все, вроде бы сюда больше ничего. И заливаем кипяточком. Так, все, хватит. А то сейчас через края поднимется у меня. Так, накрыть надо, наверное, тряпочкой. Ну, можно, в принципе, и побольше ягодки закинуть. Ну, пойдет столько. Ну, а я сейчас, наверное, пересыплю из... Ну, в эти... Как их там называют? В банки. Вообще ничего не соображаю. Вот так вот у нас получилось. Банки вчера покупала, ну как, абы кабы. Вообще хотела бы вот таких маленьких и вот таких средних. Но так как маленькая одна оставалась, средняя тоже одна,
Взяла так. Ну, в принципе, Настя говорит, вроде ничего так смотрится. Получше, чем коробки. Это, значит, у нас кофе молотый. Это обычный кофе, сахар, чай обычный черный. Ну, там пересыпала еще травку. Трава, ну и чай в пакетах. Как бы вот так. И вот такой вот у нас бардак. Еще мне вот эту траву надо перебрать. Ну, от палок очистить. И душицу тоже в один кулечек. Ну, и куда-нибудь ее сложить. Коробки, коробки. Здесь коробки. Хотя, ну что, сейчас уберемся. Ну, а сюда, конечно, не хватает. Хотелось бы поменьше по высоте, пониже, чтобы сразу в два ряда встали они. Здесь получается пустота. Ну, было три штучки взяла. Можно будет еще посмотреть какие-нибудь, может быть, вот сюда вот просто небольшие. Ну, вот как вот эта штука стоит. Еще надо вон там наверху прибрать. Там вообще что-то у нас. У нас здесь еще лаврушка вон в пакете. Я тоже ее хотела куда-то. Там что? Это что? Ай, что-то вон стоит. Вон там. А, ой, блин, Настя, извините. Куки. Что там? Пресс. Там чайник стоит. И это шприц, наверное, кондитерский. Да. Ну что, есть шприц? Да, давай укол тебе поставим. Что там еще есть? Ну-ка, дай я встану на стул. Посмотрю. Ну, а там кружечки, мам, походу. А, точно. Я давно сюда не лазила. А, это Пасха, да? Что это наш миксер? Он уже сдыхает у нас. А это кружки походные, да. В лес за грибами, когда поедем. Ну, пластиковые просто обычно давно стоят. Ну, и чайничек. Тоже старый уже чайник у нас. Так, ну и все, в принципе. Графинчик. Покупала тоже давно. Нужен был, очень сильно нужен был этот графин. Как его теперь поставить, не знаю. Шприц тоже очень сильно нужен был. Ну, это кофемолка наша. Так. Лаврушка. Лаврушка, лаврушка. Тоже надо ее куда-то. Так, ну что, блин, надо как-то ее все это как-то по-нормальному расставить, протереть пыль. А, что-то я сделала, да, теперь мне не помещается ни хрена ничего. Стояло-то вроде ничего. Что я сделала? Так, что ли? Здесь была лаврушка. Здесь была сеялка. Как-то так. Ой, сейчас все это буду убирать. Пропылесосить надо еще. Ну вот кашу пересыпала. Кашу такую пересыпала. Манную кашу. И макарошки. Вермишельку. Друзья, мы сходили в магазин. Смотрите, как там. Какой закат. Блин, уже все, прошли. Опоздала. Сходили в магазин, в Пятерочку. Что мы там купили, Настя? Мы там купили куриные запчасти, да, тесто, что еще? Сыр, батон. А, ну и все, да. Надо завтра что-то приготовить, покушать нам. Пошли там мусор, или там пошли. Покушать надо будет что-то приготовить. Голубцы мы сегодня доели. Взяли там голень и крылья. Крылья последняя пачка была. Хотела крылышки в духовке сделать. Ну, посмотрим. У нас еще в морозилке у нас крылья есть. Да? Может, да, разморозить, да, приготовить как раз-таки. Вон, вон, вон закат. Иди сюда. Ой, так ничего не видно. Настя, ага. Тебя не видать. Ой, Лиз. Пошли, пошли. До мусорки. Ну, все, в сторону дома. Блин, на улице, знаете, так холодно. Весь день дождь шел. Вот сейчас, ну, дождика нет. Ветерок обдул. Ну, на тротуаре сухо. А так весь день дождь. С утра. И такая погода прям мерзкая. Сонная, пасмурная. Наш сегодняшний влог подошел к концу. Сегодня видео у нас коротенькое, ни о чем. Снимать нечего было, ну и настроение не очень.
Всем спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии. Всем мира, добра, счастья, любви и крепкого здоровья. Всем пока-пока.